Ты совсем ебанутый, ты думаешь, я... У меня зрение минус 5, блядь, но я все вижу, да? Hey, what's up, меня зовут Слэджи Кей, добро пожаловать в Dead by Daylight. Я Джон Крамер, по прозвищу Пила. Хуй знает, что буду делать, потому что я в первый раз играю за этого маньяка. Потому что я вот серьезно не знаю, что он из себя представляет, но... Все говорят, он вроде как охренительный маньяк, и вот именно в такой позе, в которой сейчас нахожусь я, мой террор не слышит, то есть меня не слышит никто, абсолютно никто. И, соответственно, я могу вот так быстренько взять и напрыгнуть на кого-нибудь. Главное, найти на кого напрыгнуть. Так, я тут пока никого не вижу. Никого не слышу, никого не вижу, но... Вот что это за херня? Это... Что? Это же... Ебать. Здравствуй. Здравствуй. Привет. Ладно. Я на самом деле, ребята, пилу ни одну часть не смотрел, поэтому я особо не шарю, что это такое. Опа. А кто-то понял, что я здесь. Кто-то понял, что я здесь. Hello. Тихо. Это этот генерал. Опа. Я лучше этот возьму. Серьезно, вы где? Может, на втором этаже? Реально кто-то на втором этаже заныкался. Чё, сука? Они сейчас реально все заведут. Они... Блять, никого нету здесь. Я походу... Опа, подождите. Чё, блять, никого нет здесь. Мне нужно аккуратно найти кого-нибудь. Я, может, здесь? И здесь никого. Да, блять, ладно, все, я пошел, короче, в пизду. Побежали быстрее. Так, значит, с той стороны. Вот сейчас тот генератор заведут, я уверен. Я просто уверен, что тот генератор заведут. Этот уже трогать не будут. Заведут вон тот. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Никого здесь не вижу. А здесь? Блять, они меня видят? Они... У террора же нет. Террора нет, значит, они меня не видят. Не... Ну, не слышат, точнее. Может быть, видят, но не слышат. Это уж точно. Опа. Опа, опа. А кто это? Кто это здесь? Кто это здесь? Ладно, она меня увидела, поэтому не получится, да? Как я понял. Поэтому давай погонимся за тобой по стариночке. Бум! Иди сюда. Бля, так ты у нас классная жертва, которую нужно в первую очередь ебануть. Давай. О, кто-то крут... Ой-ой-ой-ой-ой. Мама мия. На, блядь. Окей. Ну все, пошло добро, блядь, этих выживших, блядь, тупорылых нахуй. Давай, давай. Все, блядь, допрыгалась, мандень тупо. Я тебе не буду, сука, вообще шансов давать. Будешь дыхать, мразота, блядь, тупая. Так, найдите капкан, давайте. Оп! Ой, а это точно из пилы. Это я вот это знаю. Капканчик на тебе. И что мы будем делать? Конечно, мы тебя можем сразу убить, как я понял. Ну, вроде как. Сейчас мы посмотрим. Ой, прям здесь. Я так понял, чтобы снять капкан, и выжившим нужно с этой хуйней как-то баловаться. Ну-ка, я тебя могу снять? Не, я тебя сразу убить не могу. Но на тебе капкан. Ну-ка. Ебать! Ну-ка, интересно, на какое расстояние ты прыгаешь? Джон Крамер. Ебать! И вот так... Ебать! Да ладно! Ну... Тихо. Ага. Я понял. Та-та-та-та-та. Куда это мы пошли? В какую-то сторону мы пошли? Ладно, ну ты кричи, кричи. Ага, ага. Ага. Так, бум! А зачем чинить генератор, который, в принципе, рядом с крюком? Я не знаю, чем думала эта женщина. Но она обратно отправляется на... Крючок. Подожди, а мы можем сразу? Нет, мы сразу не можем. Я просто читал вроде как в описании тут маньяка как-то можно ебануть. Ладно. Так. Я видел в той стороне, был кто-то. Ха? Бля, даже вороны меня не, не пугаются. Лол! Это точно... Опа. Бум! Так, а чё он сразу не упал? Эй! Эй! Так, разбежали сразу все. Сука. Куда? Куда все побежали, блядь? Куда все нахуй разбежались? Ой-ой-ой-ой-ой. Блядь.
Не, чуваки, сегодня никто не уйдет отсюда. Никто. Никто. Ой, здрасте. Давай. Давай поиграем. Бум! Да, блядь, это не работает так. Короче, если капкан на враге, то упадает он сразу, как я понял, да? Или нет? Хер знает, как это работает, но... У нас все коцаны, и это хорошо. Бум! Ха-ха! Отлично. Так. Давай на тебе капканчик наденем. Пойдем. Тут как раз таки вот совсем рядом есть крючок, на котором ты будешь висеть, тусить, веселиться. Ой, а кто-то уже испугался у нас. Кто-то уже ушел отсюда. А! Тот, кто был на мне, к сожалению, ушел на свет, на тот свет. Небось они сейчас разгадывать еще будут код. А, ну и, блядь, ну понятное дело, капкана уже нету на ней. Я уже только хотел туда отправиться, ну я понял. Так, ну террора нет, они меня не слышат. Так. Это в той стороне, наверное. Но они были рядом. Так, если бы я был дурачком, я бы чинил вон тот генератор. Опа. Кто это перевязывается? Ха-ха, кто тут перевязывался, сука? Кто тут перевязывался? Не надо тут перевязываться. Ты совсем ебанутый? Ты думаешь, я... У меня зрение минус 5, блядь, но я все вижу, нахуй. Это было глупо. Бля, какая же... Вот это, походу, это реально мразь, которая будет вот... Обузить эти... Ой, не да, как я понял, да? Тьфу, блядь, она сейчас реально обузит, походу, будет. Ладно. Ага. Ну ладно. Давай, я так понял, сюда упал, да? Пам! Сука! И здесь нет. Хм. Наверх убежал, окей. Здесь! Блять, сука, где же ты тогда сидишь? Может здесь? Блять, все. Понятно, она, короче, не решила все же. Туда. Прятаться? Это где же, блядь, будет она? Сука! Вылазь! Джон Крамер, блядь, не любит ждать своих жертв. Искать тоже. Да, блядь. Окей. Вот отлично, кстати, что ноль террора. Вот это реально классная тема. Но я так понял, что медленнее передвигается, либо разницы практически нет, но... Блядь, я же могу как-то убить, по идее. Но я хуй знает, как убивать сразу. Я читал, что можно. Но как, блядь? Так, может, это генератор? Этот генератор вроде никто не трогал. Да я его ломать должен, по идее, блядь. Я-то совсем забыл, что такое можно делать в Dead by Daylight уже. Раньше нельзя было такое делать. Так, генератор, значит, этот у нас не починили. Но детали почему-то подсвечены были, ладно. Его даже не трогали. Скорее всего, мне кажется, что вот тот. Вот тот генератор, я бы починил вот тот генератор. Я бы на месте выживших вон тот генератор бы чинил. Так-а. Интересно. Или нет? И они его не трогали? Да ладно, вы сейчас скажете, что вы будете сидеть в этих шкафчиках и ждать Джона Крамера. Сука. Блять. Как бы не был мой террор на нуле, они... Опа. Кулите. Сука, испугался? Конечно, испугался, ведь он меня не видел. Фу, не, братан. Не. Иди сюда. Ну, нет, по идее я не могу убить, да? Ты ебанулась. Ты ебанутая. Нет, реально ебанутая. Ну, пойдем. Тьфу, блядь. Сука, какая же ты мразь. Хорошо. Витя 777. Витя 3 топора, блядь. Куда у нас побежал Витя 3 топора? Нужно по звуку ориентироваться. А еще лучше Саню под, на крючок. Блять, Саню подняла, серьезно? Саня не убежит. Где они, блядь? Блядь!
Опа! Ха, серьезно, было немножко в другом, блядь. У меня капканов не осталось. Стоп. Куда она? Блядь, серьезно? Блядь, как они у меня убегают от меня, просто жесть. За мной кто-то бежит, блядь! Я маньяк или кто? Окей. Без террора. Ни на ком капкана нет. Поэтому нужно как-то самому разделаться. Блядь! Да вы... Опа. Может... Нет. Недалеко. Блядь, она... Сука, у меня капканов не осталось. Один капкан. Что делает этот капкан? Мне нужно разобраться, потому что этот капкан, ну, блядь, ну, наверное, что-то интересное делает. Ну, по идее, я могу ориентироваться на том, что... Так, тут блок... А, там... Понял. Аптека. Я просто могу ориентироваться на том, что... если есть капкан у выжившего, соответственно, он пойдет снимать этот капкан. А снимать капкан я как раз таки вижу, где можно. Блять, ну опять это... Да ебану в рот. Вы выиграете или проиграете? Хоть один генератор. Не можете, нет? Ну, блядь, то, что я бесшумный, это пиздец. Опа. Здравствуй. Джек. 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 Джейк. Джек. Она орёт с той стороны. Опа. С той стороны. Во-во, здесь. Она в доме. Здесь. Здесь эта мразь. Здорово. Пам, нахуй. Все, блядь, не убежишь. Ты, это твое последнее. Это будет твой последний крюк. Это будет точно твой последний крюк. Это твой последний крюк. Сука. И уже дохуя раз висела. Давай тебя повесим в последний раз. Виси, сука. Витя, три топора, блядь. Ну что, Саня? А Саня у нас с капканом на голове. Где же у нас был Саня? А может, Саня будет снимать капкан с головы своей? А я знаю, где снимается капкан. Я знаю, где снимается капкан. Но здесь ты решил его не снимать. Что же будет делать Саня? Мы узнаем в этой серии, сука. Саня? Саня, ты где? Саня, ёб твою мать. Ну, только не скажи, что ты будешь сидеть вечно в одних, блядь, шкафчиках. Саня. Саня решил здесь. Здорово, Сань! Бум, Саня! Саня? Что ты хочешь, Саня? Ты хуел мне тыкать в глаза? Я, сука, Джон Крамер, блядь. Ты, сука, не тот, кто будет тыкать мне в глаза. Саня, блядь. Саня, смотри, выбирай тот или тот. Ну, конечно, тот, окей. Тебе пизда, Саня. К сожалению, Саня, тебе. Да. Расскажи это Джону Крамеру, блядь. Ты сопротивляешься, Саня? У тебя не получится сопротивляться, ведь я Джон Крамер. Пойду искать следующий жертву.